Уважаемые студенты третьего курса, мы продолжаем изучение новой истории стран Европы и Америки. На прошлом занятии, на прошлой лекции мы с вами начали изучение темы «Россия в новое время». Тема рассчитана на 3 часа лекционных занятий. И на первом занятии мы рассмотрели вопросы «Россия при первых Романовых», «Реформы Петра I», «Провозглашение империи». И сегодня я надеюсь разобрать вопросы эпохи дворцовых переворотов, внутренняя внешняя политика Екатерины II, восстание Ивана Пугачева и, возможно, правление Александра I, Отечественная война 12-14 годов, декабристы. Давайте вопросы для закрепления литературы оставим на самый конец нашей сегодняшней лекции. Давайте вернемся к генеалогической таблице династии Романовых на российском престоле. Итак, мы с вами рассматривали эту таблицу, вот верхнюю ее часть, да, рассмотрели приход к власти Петра, да, после последовательного правления сыновей Алексея Михайловича, Федора, Софьи и одно время совместного правления Ивана V и Софьи, а затем совместного правления Витязь 89 года, вот, Ивана V и Петра I. Но после смерти Ивана V в 96 году Петр уже самостоятельно продолжил править и правил вплоть до своей кончины в 1725 году. Напоминаю, что 4 годами ранее, в 1721 году, по завершении Северной войны со Швецией, Россия была провозглашена империей, а Петр I стал первым российским императором. Кстати, мы его называем Петр I, везде на Западе его называют Peter the Great, Петр Великий. И, казалось бы, после смерти Петра I не должно возникнуть проблем с престолом наследием, потому что у него от первого брака был жив царевич Алексей. Вот здесь вот указано в качестве супруги Екатерина I, потому что она правила, да, недолгое время в истории России. А вот с этой стороны, в принципе, еще можно написать имя Евдокия Лопухина. Это первая жена Петра I, на которой он женился по настоянию своей матери, Натальи Нарышкиной, и которая Петром I была вскоре отправлена в монастырь, но от брака с ней родилось двое детей. Дочь Наталья старшая, правда, она прожила только 14 лет, и вот царевич Алексей. Вот здесь можно смело поставить цифру 1718 и поставить ее в такую траурную рамочку. Дело в том, что еще при жизни Петра I его сын Алексей был обвинен в государственной измене и при невыясненных обстоятельствах погиб в 1718 году в застенках, так сказать, да, вот в тюрьме, куда его доставили по приказу отца Петра I. Поэтому после смерти Петра I он перед смертью завещал переход к власти к своей супруге Екатерине I, бывшей Марте Скавронской до крещения. И она, видите, во главе России была очень недолго, всего 2 года. Она очень, так сказать, скорбела, так сказать, по своему ушедшему супругу. Была слаба здоровьем и в 1727 году скончалась. И здесь возник вопрос, так сказать, да, кто у власти. У Петра с Екатериной были две дочери, Анна и Елизавета, тогда они еще были достаточно молодыми. Анна была замужем за одним из германских князей. Но вот у царевича Алексея, уже к тому времени погибшего, как мы помним, у него был сын, будущий Петр II, который родился 23 октября 1715 года. То есть на момент этих событий ему было 11 лет. Вот его-то и провозгласили императором России. Дело в том, что еще при Екатерине I она толком управлять Россией не могла, и власть перешла фактически в руки Верховного Тайного Совета, в котором верховодил князь Меншиков, ближайший сподвижник и правая рука Петра I. Вот. И Петр II, очень юный, попал под влияние Меншикова, тот даже устроил обручение его со своей 15-летней дочерью. Но, правда, так сказать, вскоре Меншиков был арестован и отправлен в ссылку в Тобольскую губернию. Вот. И Петр II все еще по-прежнему очень, очень юный, 12-13-летнего возраста,
молодой император, он попал под влияние князей Долгоруковых. И теперь они уже хотели очень, так сказать, приблизиться к императорскому престолу и устроили его свадьбу со своей дочерью Екатериной Долгорукой, которая тоже была на несколько лет старше Петра. Вот. Свадьба была назначена на 30 января 1730 года. Вот. Где-то за неделю до этого события, принимая парад, Петр II простудился. Вот. И кроме того, он болел оспой. Вот. И две этих болезни наложились, и он скоропостижно скончался как раз таки в ночь с 29 на 30 января, то есть, ну, фактически в день своей несостоявшейся свадьбы. Таким образом, 30 января 1730 года в России возник мощнейший династический такой кризис, так сказать, кризис власти. У 14-летнего Петра II, естественно, никаких наследников не было. И вот тогда представители Верховного Тайного Совета, Голицыны и Долгорукие, стали искать какую-то фигуру, которую можно было бы управлять, манипулировать, и которую можно было бы посадить, так сказать, на российский престол в качестве такой очень декоративной переходной фигуры, так сказать, а самим фактически управлять страной. И такая фигура была найдена. Дело в том, что у Ивана V были дочери, Анна Иоанновна и Екатерина. Екатерина была замужем тоже за каким-то германским герцогом, а вот вторая дочь, Анна Иоанновна, она была вдовой и проживала она в Курляндии, сожительство со своим конюхом Бироном, вот, и была очень-очень такой недалекой, так сказать, такой курлянской помещицей. К ней явились представители от Голицыных и Долгоруких и, так сказать, предложили ей вступить на российский престол. Она с радостью согласилась, при этом, правда, вступление на российский престол должно было сопровождаться подписанием специальной бумаги, специального документа под названием «Кондиции». «Кондиции» — это условия, так сказать, да, того, что она занимает российский престол, но при этом выполняет, как бы, волю Голицыных и Долгоруких. Она нам эти кондиции подписала, но когда вступила на престол официально, она увидела, что узурпация власти двумя этими боярскими кланами не нравится абсолютно всем остальным, и особенно гвардии. Вот она прилюдно эти кондиции порвала и приказала Голицыных и Долгоруких арестовать и тоже отправить в ссылку. Так началось десятилетнее правление Анны Иоанновны. Здесь, в Казахстане, она памятна тем, что при ней произошло включение младшего и среднего вузов в состав России. На самом деле правительницей она была очень плохой. Несколько лет, так сказать, полностью ее отвратили от управления. Она перестала заниматься государственными делами и издала уникальный указ. Подписи трех министров в сумме равны одной ее императорской подписи. То есть теперь, чтобы какой-либо указ вышел, нужно было, чтобы три министра ее подписали, так сказать, вот, и она фактически сама, как бы, отказалась от власти, делегировала ее, так сказать, министрам, вот, сама проводила время, так сказать, постоянно в балах, в маскарадах, в празднованиях, вот, очень много злоупотребляла спиртными напитками, то есть, понятно, что так долго такая жизнь продолжаться не могла, и вот она длилась 10 лет, и в 1740 году Анна Иоанновна скончалась. Вот. К тому времени у ее сестры Екатерины, так сказать, и, так сказать, ее дочери Анны Леопольдовны родился сын Иван VI Антонович. Вот он, это был, так сказать, совсем грудной младенец, которого и назначили императором России при регентстве Бирона. Бирона нет в этой схеме, но он тут незримо присутствует, так сказать, да? Вот. Но, правда, после интриг таких знатных немцев при дворе Миниха и Остермана Бирон был арестован, отправлен в ссылку вот уже после смерти Анны Иоанновны. Вот такая незавидная судьба фаворитов при российском престоле. И теперь уже Иван VI был назначен императором при регентстве своей матери Анны Леопольдовны. Но это, повторюсь, это был грудной младенец, так сказать, управлять он, естественно, страной не мог. Его мать тоже не обладала, так сказать, никакими качествами для управления. Вот. И в этих условиях, когда к власти фактически пришли, так сказать, немецкие родственники, и началось откровенный, так сказать, откровенный грабеж казны и прочие негативные вещи, российская гвардия, так сказать, произвела государственный переворот. Анна Леопольдовна и ее сын Иван VI были арестованы, заключены в Петропавловскую крепость, а к власти гвардия привела дочь Петра Великого, Елизавету Петровну.
Елизавету I, которая правила в России, видите, с 1741 по 1761 годы. А Елизавета Петровна, к сожалению, тоже не имела наследников и стала решать, так сказать, этот вопрос путем того, что, так сказать, вот у его, здесь вот эту линию нужно было здесь провести, так сказать, да, вот у ее сестры Анны родился сын, которого назвали в честь деда Петром, будущий Петр III, это внук Петра I по вот, материнской линии. По другой линии, по отцовской, он был внуком Карла XII, соперника Петра I в Северной войне и там, во всех знаменитых сражениях, включая Полтавскую битву. Таким образом, будущий Петр III воспитывался одно время как наследник шведского престола, но затем, когда Елизавета сделала выбор в его пользу, его привезли в Россию. Спешно заставили учить русский язык, русскую историю, традиции, так сказать, да? Вот. И спешно же женили его на Софии Фредерике Августе, ангальцепской принцессе. Это будущая Екатерина II, которая приняла имя Екатерина в, так сказать, при переходе из лютеранской церкви в православие. Таким образом, их, так сказать, обвенчали. Вот, и у них впоследствии родилось несколько детей, в том числе сын Павел, вот, и дочь. Вот, и после смерти Елизаветы Петровны в 1761 году к престолу был приведен Петр III, поклонник прусского короля Фридриха. Он остановил тут же, так сказать, участие России в Семилетней Европейской войне, где Россия как раз таки разбила этого самого Фридриха, он заключил с ним мир. Это вызвало резкое отторжение, опять же, Российской гвардии. И вскоре созрел заговор вокруг Петра III, который реформировал армию по прусскому образцу. Все это не нравилось гвардейцам. И заговор возглавил любовник Екатерины II, граф Орлов. Вот, и там у них было три брата Орловых. Вот, и вот они составили заговор, в который вошли все высшие, так сказать, сановники России, все высшие полководцы. В общем, абсолютно некому было защищать Петра III. Он был арестован в 1762 году. И так Екатерина II вступила на российский престол. Вот здесь годы ее правления. 1762-96. Вот такая была опечаточка, извините. Вот, вот это так называемый золотой век правления Екатерины Петровны. Она правила, вы видите, 34 года. Ее бывший муж Петр III во время транспортировки его к месту заключения был убит младшим из братьев Орловых. Вот. Но это все списали на, так сказать, инсульт, как тогда полагалось. А Иван VI Антонович тоже погиб в Петропавловской крепости, когда его пытались освободить. Был такой заговор поручика Мировича. Вот, то есть по приказу еще Елизаветы, так сказать, в случае попытки освобождения Ивана VI, его нужно было охране убить, что охрана и сделала. Таким образом, Екатерина II избавилась от, так сказать, потенциальных претендентов на российский престол и начала править единолично. Вот, и у нее была очень активная внутренняя и внешняя политика. Во внутренней политике была подписана жалованная грамота городам, жалованная грамота дворянству, два важнейших документа. Дворянство получало особые привилегии и полномочия, как и города. Во внешней политике очень успешные войны, расширение границ России, включение Крыма в состав России. В общем, на семинарах можно будет подробно разобрать вот, активную внешнюю политику России, связанную еще с активной успешной полководческой деятельностью. Вот, и тут и Суворов, тут и, так сказать, Ушаков и многие-многие другие известные российские полководцы. После смерти Екатерины к власти пришел Павел I. А вот весь этот период, когда зачастую власть менялась очень быстро, то есть переворотов, вошел в историю как история дворцовых переворотов. И мы подошли к правлению Павла I. И теперь у нас немного времени, мы возвращаемся к вопросам для закрепления. Итак, какой период истории России называют эпохой дворцовых переворотов? Каковы обстоятельства прихода к власти Екатерины Великой? Каковы особенности внутренней и внешней политики Екатерины II? Вот. И это мы не успели разобрать. Посмотрите, да, в каких обстоятельствах вступил на престол император Александр I. Это тоже был дворцовый переговор, дворцовый переворот, заговор.
Но об этом мы поговорим подробнее. Вот список литературы, посмотрите.